Телеканал КРТ представляє. Чи моральним, на вашу думку, є продаж соціально незахищеним категоріям українців масок, рукавичок чи санітайзерів під час пандемії? Чи не нагадує це, приміром, продаж квитків у бомбосховище під час війни? Да. Ну, ви праві, що це відношення, це звучить дійсно іронічно, але воно відповідає дійсності. Это совершенно ненормальное явление, когда людей заставляют приобретать эти маски и тем более эти перчатки, которые, правильно говорил доктор, что перчатки не защищают от воздушно-капельной инфекции. Они могут защищать от фекально-оральной инфекции, да, и то... Для этого не перчатки больше необходимы. Это если есть повреждения какие-то на рутях, да, тогда какие-то царапины, там, ссадины, тогда, может быть, есть необходимость одевать перчатки. А если кожа рук не повреждена, то просто надо соблюдать гигиену. То есть вовремя мыть руки, никогда не садиться за стол, скажем, не помыв тщательно руки. Вот это то, что касается инфекции фекально-оральной. А інфекція воздушно-капельна, здесь вообще не имеет никакого смысла. Час вичерпано. Перед тим, як вам будете відповідати, я так теж розрядив ситуацію. Є такий жарт, що найгірше для пенсіонера, коли в нього порветься масочка одноразова, яка йому вірно служила ще з березня місяця. Хоч ми розуміємо, що ця одноразова масочка не може підряд служити 4 місяці під... К сожалению, это не шутки. Почему? Потому что мы должны понимать ценообразование медицинских масок, которые стоят от 14 до 60 копеек различных производителей. Когда в нашей стране начали продавать маски по 25 гривен, а, соответственно, кто-то начал получать на этом прибыль в тысячи раз больше, вот у меня такой четкий пример есть. Когда-то мы приезжаем в город Одессу, идем работать в одно из лечебных учреждений города Одессы, мы видим большую очередь, которая начинается на улице, продолжается в помещении. Конечно же, мы обратили внимание, что в этой очереди стоят самое социально ответственное население, это наши бабушки и дедушки. Мы просто подходим и спрашиваем, а зачем вы здесь стоите? Ой, маски завезли по 25 гривен, просто чтобы успеть их купить, понимаете? Это преступление со стороны государства, когда, заходя в любой магазин, в любое государственное учреждение, населению не предлагают маску новую, свежую, потому что ношение маски одно и то же долгое время приводит к другим инфекционным вызовам или другим инфекционным рискам, нежели это даже COVID-19.